Это суп из овощей на мясном бульоне и пюре. То есть все ингредиенты, которые сначала моются и чистятся, варятся фактически в одном бульоне, кроме грибов и лука, которые жарятся отдельно на масле слегка минут 15-20 до готовности. Все остальное варится в вскипящем бульоне постепенно, и последними добавляется смесь для супа турецкий с булгуром. Далее, когда это все приготовится, кидается туда, может быть, чуть-чуть маслица для вкуса, все основные приправы. Все получается очень аппетитно. Немножко мы это блендером и последними добавляем вареную цветную капусту и кабачок. Получается очень вкусно и приятно. Могу вам рекомендовать как свежее, натуральное и приятное.